Ты уверен, что ты хочешь об этом сейчас всем сказать? Нигде не валялся? Мне нравятся истории, прости, пожалуйста, что перебью, но мне нравятся истории, которые начинаются, что типа вот мы пошли в музей, а потом 2 часа ночи, и мы где-то... Виделись в баре, да? А то есть вы порознь просто каждый сам по себе. Но вообще по времени было написано, что до 8 вечера чуть ли не, а как это на самом деле будет, я не знаю. Типа, когда был в прошлый раз чемпионат, мы играли достаточно долго, причем были какие-то косяки в том плане, что нам запускали матч, там же должно было быть, по идее, 3 игры за раз, там, грубо говоря, защита, сопровождение, и у нас запустили неправильно, пришлось переигрывать, а так как у нас... Команда была ночников, мы настояли на том, чтобы матч перенесли, его вообще на следующий день еще переносили. Но я надеюсь, в этом году все будет нормально. Угу. Я говорю, если там, если посмотреть где-то по какому-то канале, только что писали в запасе, по-моему, что не хватает народу. Вот, писали, требуются запасные игроки по Overwatch. То есть пока непонятно, сколько там команд выйдет. Да, давай, давайте пока карточку, может, сыграем одну, успеем. Да, мы-то не ждем уже. Ксюшу соберешь? Соберу. Ой. Так, Ксения, смотрю, у вас стоит почемари. Я тоже поставлю почемари, чисто, чтобы, если что, потом соперников триггерить. Выстрою, правильно? Да. Так. Ну, Лёнь, запрыгивай тогда на танка. Пардон, мне сестра звонила, я прослушала. Слушай, нас в прошлый раз было вообще только 3 команды, вот, и, ну, в целом нормально, но я посмотрела, по-моему, мне, короче, очень сложно сказать, остался ли кто-то с прошлого года, потому что... Как-то... Я пыталась по никам посмотреть, ники либо поменялись, либо люди вообще другие играют. Вот. Но по названию вообще была в прошлый раз команда сотрудники КБ Вольской, и в этот раз бывшие сотрудники КБ Вольской.
С другой стороны, ну, вроде бы, с учетом того, что... Так, ладно, я вот так поставлю. С учетом того, что у нас есть кибертефтельки, а в прошлый раз, когда мы играли, лично команда, в которой я была, называлась киберкотлетки, и мы, в принципе, никак не связаны. Может быть, это совпадение. Уж роль. А, я просто... Я галочку-то поставила, а готова-то не прожала. Я жду чего-то непонятно чего. Я просто обычно катки не запускаю. Поэтому для меня это... Бывает первый раз, да. Правильно. 10 утра воскресенье. Может быть. Короче, у меня такое ощущение, что у нас слишком много желающих на роль саппорта. В целом, мне кажется, достаточно редко все на ДД обычно прыгают. Я в свое время и начал играть на саппорте, ровно потому что, типа, все роли уже были заняты, типа, за ДД, за танков желающие всегда были. Не знаю, я просто привыкла в основном, когда играю в какие-то игры, опять же, в лигу раньше играла, там тоже на саппортах в основном играла, но у меня такой, скорее, подход, если никто не хочет пикать танка, то я возьму его и буду пыжиться из последних сил, хотя я на них не особо хорошо играю. Я просто всегда везде саппорт, я уже рассказывала ребятам, я даже в Overwatch, все уже утро, я уже все. А в Fortnite было саппортом, хотя там нет такой специфики. Я просто, у меня не было оружия практически, я носила банки, носила хилки, носила еду, типа, и двое чучков мне всегда отстреливались, а я такая, так, вот вам баночки, скляночки, вот вам щиточки, давайте, живите, накидывала сзади, стояла. И на удивление, редко умирала. Вы прибываете на шоссе. Но ты же была полностью вооружена, правильно? Нет. Щитами, банками, я в этом. А, ну, это да, да. Выберите героя. Блин, ну, я во второй Overwatch, на самом деле, почти не играла. Ты в основном на ком саппортишь? Да я, господи, играла, ну, на Мерси могу играть, на Мойре могу играть. Почему искать ответы, когда мы не знаем вопроса? Мне тяжело далась. Ну хорошо, я могу разнообразить. Когда был прошлый чемпионат, я одну из каток на Батисте играл. Я с ранних лет знала, что простое тело меня ограничивает. Да и кто откажется от ног с ракетным приводом? Слушай, я даже спрашивала, ну, типа, хотят ребята опять... Восстановить или нет, было бы смешно, Вера, были бы кибертефтели и киберкотлеты. Да так. Но пыталась у нас выжить. Девочка, скажем так, которая была капитаном самой инициативной, гораздо она лучше. Сказала, что в этом году с тех пор, как ты перестала ее подкармливать. 5, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Остановить груз. Все это быстро. Я просто почему акцент сделала, потому что я потом в бокс точно не играла, но только я поняла, что мне это тяжко сменяли. Главное, чтобы это не были наши тренирующие дети. Кажется, я утратил хладнокровие.
Глоток для жаждущих. А, я пошла за тобой. Очень зря. Ну, ты один из ХП, я закончился. Сиди, пожалуйста, в итоге. За танкой двор, так сказать. Да, это супер. Не с места! На колени подо мной! Ой, нет! Начнем с самого начала. Груз достиг контрольной точки. Это пока что все просто. Чего-то. Цель захвачена. Огонь! Нас там свет. Первая разминочная. Здесь там кто-то все еще фиксирует себя, думаю, вот это же. Да я читаю, что-то может что-то интересное напишу. Мне больше интересно, где наши запарки. Да. Это я наливала. Я уже наливалась. Это ты вчера в музей сходил, теперь человек высокой культуры.
Ну, со временем придет, все придет. Вот как с темы про культуру перескочил на это? Это продолжение тарантиновских диалогов. Справедливо. Так, ребята, у нас же кто-то не подтвердился, да, сейчас в канале Кипертив Телек? Да, двое. Надо подтвердиться. Да, из тех, кто... Да, так я их уже... писали уже. Тягнула. Нет, просто если кто-то из наших не выйдет и не подтвердится, я могу, по крайней мере... подтвердить пятым, чтобы у нас полный состав был. Если кто-то не выйдет, просто он потом. А там, видишь, написано, что нужно, чтобы все пять человек подтвердились. Я так поняла, нужно, чтобы основной состав подтвердился, кто играть сейчас будет. Прибываем в Колизей. Приготовьтесь. Давай, короче, к бою. Выберите короче, я просто героя. Поставлю плюсик, а потом мы разберемся. Если они будут задавать вопросы, мы на них ответим. Клёво, клёво. Ого. Прави было. Там, собственно, кто-то. А, там вот очень удачно спросил как раз-таки. Нужно ли подтверждаться запасным. Раздавим! Каким составом ты полируешь броню? Делаю свой. В нем есть орех? Да, и он тоже. Пять, четыре, три, два, один. Я вроде слышала, что должны были солнце. До активации объекта 30 секунд. Но это не точно. Даже урезать что-то. Что-то по-моему, злом или... Здесь. Враги будут уничтожены. Прибавим. Нас гейн кидать. Барьер установлен. Защитный протокол настроен. Враги двигают барьер. Они тебя не убьют. Барьер установлен. Готов? Забегать. Замрите.
Враги нас обогнали. Барьер установлен. Я все сильнее! Вижу противника. Вперед! Что посеешь, что и пойдет. Вперед, покажи им. Кому силу покажешь, что можешь? Забираю тебя. Вперед! Остановим! Нам бы неплохо помешать этому толкать. Потому что, конечно, здорово, что мы там тусим. Подтверждаю устранение. Готовы побить. Там спрашивают в нашем чатике, есть ли у нас запасной игрок, которого хотят, короче, запасного игрока другой команде дать. А, у нас, кажется, своих-то не хватает. Теперь-то вроде хватает, потому что я один нас подтвердился, но теперь у нас ровно пятеро. Давай! Получается, у нас на дискорде нет, по-моему. Ну кто у нас подтвердился? Ну да. Рома подтвердился. Да. Огонь по готовности. Давай. Покажи им. Привет, бой с противником. Нам бы доиграть и это. Там что-то порешать. Нужно запроводить робота. Мы уже играем, нам уже все. Ребята, мы уже не будем. Она к нам и так нормально. Мы почти вышли вперед!
Надо вернуть робота. Я там сзади бег, махи убежал. Да. Ловко у нас. Да. Ёбаная перезарядка. Их больше, чем нас. Барьер установлен. Даже не ждёт. Враги начинают движение. Ариса сзади нас. Бери враг! Мне кажется, не делать. Иначе мы не решим чемпионат. Подходим, подходим. Так. Я понимаю, что так не делается, но тебе. Ну что поделать, у нас тут дела поважнее. Да, я стопила радикально, закрыв полностью игру. У меня есть мой любимый другой разгон по поводу Ленина, то что Ленин это гриб. Так, у вас сейчас нет запасного, который бы хотел и готов сыграть за другую команду? Уже нет, получается. Ну подождите, я пока что не поняла. Так, у нас не подтвердился шестой челик, который был, и осталось немножечко минут, я думаю, он уже не успеет в целом, потому что от него нет никакой информации. Ну, как говорится, без обид. Ну вот он, собственно, возможно, им и будет, если ты уйдешь. Другой вернется. Ну, нам так и так. Нам в любых вариантах нужен запасной, если ты. А он у нас танк, по-моему, да? Или он ДД? Мурлок, да. Ну просто я тогда на ДД буду сидеть. Чего? Я не услышал, Лень. А, это у вас там... Ребята, я запуталась. Скажите, у кого какие ники в этом, в Дискорде? А... Red Brain. У меня Foo Fighter. Да, ну все. Так, а подождите, а Мурлок? Мурлока, да, в голосе нет, но он с душой с нами. А, окей, ладно. Ну, просто... Точки не хватает еще в конце. Мы только вчера вспоминали это. Блин, он мне вчера в личку написал, типа, привет, я судья турнира. Тащите, вы прям сразу записались запасные, да? Я такая, блин, а что? Это звучит как-то обидно. За 5 минут я сомневаюсь. Наш Мурлок сидит в кибертефтелях. Да. Ну давайте туда переключимся, нам то какая разница. Да, давайте туда прыгнем. Привет. Да. Так, охуенно подарили в 10 часов. Приняли, да. О, отлично. Ну как, сыграли 1,5 катки. Не, ну 1,5 это больше, чем ни одной. Ну, как сказать, сыгранность у нас, конечно, на высоте. Сейчас покажу класс.
Мы научились отмечать героев и говорить, что у нас ульта готова. Все умерли это. Еще поздороваться с вами. А, ну, это само собой. Все умерли, это, короче, общее такое, блядь, протяжное, да? Блин, ребят, я реально на полном серьезе для поддержания командного духа предлагаю тематически одинаковые аватарки поставить. Либо скринить по Чумаре, либо просто одинаковую, любую какую-то. Ну, да, выбрать. Да. Там зайти в настройки в профиль и редактировать его. Вот так. На спиножек это Чумарь. Да, по идее, должны быть. Очень... Они там разные есть. Но я просто вдохновилась аватаркой Ксении. Барма. Так. Что-то никого больше не могу пригласить. А, ну... И в пати, наверное, остались. С кем-то в пати еще, да. Ну, раскидайте. Все, раскидала я. На Элька. Панда. Так. Маш. А? А у тебя как ник? Урсур. Зумер. Я вроде бы у Ксюши в друзьях есть. Да, пригласи, пожалуйста. Сейчас. Так. О май. Поправить список людей. Смотреть профиль. Я считаю, что нужно вот так вот сделать. Чтобы было максимально устрашающе. Сейчас я тоже нашла злого Почемари. А, там есть еще вам Почемари. Вот такой вот. Блин, они такие потешные, мне не так нравятся. Да. Санта, Пачи пряник, Пачи олень. Пачи кончик, блядь. Мне больше всего нравилась новость, которая недавно была, что брелок стоит дешевле, чем аватарка в Overwatch'е. Ты про то, что из магазина эти да, товары да. дешевле, чем эти Battle Pass? И... Да, да. Я понял. Ой, Пачи Феникс, классный. Топачи Феникс? Да, тут есть в наборах. У меня не открыт. Будут разбираться еще. Лунный Новый год. Я не знаю, сейчас не крутят рейтинг за то, что ты постоянно наливаешь скатку. На, разми... Всё, я поняла, пардон. Я тут смотрю новогодних почему. Есть дела проводнее. В
закончит. Сейчас, секунду, меня тут немножко выпрямило. Начало задерживается на 15 минут. Ну, как я и говорил. Ищет запас для двух. О, турнирная сетка, ребят. Не чувствую, у нас не будет двух команд, по всей видимости. Инфо, Overwatch. Ну, если что, у меня на втором мониторе открыт Дискорд, если что, сразу скажу. Совсем недавно играем. Стало известно, что один из главных игровых... Палаква. Так, меня выкинуло из пати, пожалуйста, подкиньте. Нет, Ашей. Ну, не совсем они, получается, будут драться с теми, кто останется. Белая, да. КЕ, КЕ, там КЕ. Чёрт. Ну, короче, я предполагаю, здесь максимум вот эти вот бывшие сотрудники Вольской могут быть какие-то игроки из прошлого чемпионата. Можешь в чате поискать. Только в чате, да. Не, я там... Да-да, вообще не юзер-френдли. Он будет оставить отзыв на организацию мероприятия. Я столько плюсиков в жизни не ставила. Это просто туда плюсик, сюда плюсик на плюсик. Ты такой, Ну смотрите, короче, если это те же самые сотрудники КБ Вольской, что в прошлом году, ну позапрошлом или какой-нибудь там был чемпионат с Overwatch'ем, то тогда они заняли в прошлый раз третье место. Сейчас опять Мурлок. А Вася Рыжов не играет, кстати? Да? Да ладно. Вот это да. Еще раз, пожалуйста, пати. Сейчас, все. Угу. Наташа Бородёнок, по идее, должна быть. Разбираем волю и помчали. Оптимистично. Короче, я нашла старый чатик по Overwatch, и там народ, никого нету из тех, кто в этом году. Либо у них Discord поменялся, что, мне кажется, маловероятно. Но у нас же как-то вышло так, что были киберкотлетки и стали кибертефтельки. Мне кажется, это все такое на поверхности. Ну, типа. Вот, я тоже так. Прибываем в Мидтаун. Приготовьтесь к обороне. Просто помню, мы когда с коллегами сидели в офисе из-за контроля качества. Ребята, кто сейчас из наших пошел в этот в Лигу Легенд играть, они тоже спрашивали, ты пойдешь в киберкотлетный чемпионат? То есть я думаю, что это просто какие-то такие слова, которые используют все задроты. Вот. Инструмент в руке, мозг раздут.
Следуя правилам, мир не изменишь. В мультфильме про Overwatch ты нравилась Ифи больше всех. Мне придали облик настоящего супергероя. На самом деле все. Если честно, он ни хера не меньше, как бы. Ты помогла Ифи обрести отвагу в самый трудный час. Спасибо, что ты есть, капитан. Это очень много для меня значит, Алиса. 5, 4, я буду продолжать шутки про Леню. Начинается атака. Порадуй защищайте своего объект. Создателя. Не переоценивай свои возможности. Какая-нибудь там трейси. Надо еще. Прыгала. Здесь враг. Мощность на полную! Установлено и готово к бою. Ой-ой-ой. Пойдем, отходим, отходим. Зажали, демоны замировали. Ходим за машину пожарную. Я нужна. Пока не надо. Скорее всего, надо будет сдавать, когда пойдут ульты. Они сменили, старайтесь прекращать огонь, когда будут щиты. Они зарыли. Хорошо, выиграл. Ну, в принципе, сейчас как только они выйдут, как только ворота закроются, можно будет сдать несколько. Остановите груз. Так. Да, за полицейской машиной встаем. Ксюш, как только можешь уже, в принципе, сдавать ульт. Прямо в сторону машины. Также отходим за машинку. Первое слово.
чем я уже сказал. Килл от килл, а. Можем пустить их под мост. Осторожно, Рикер. Сейчас только машина под мост, и сюда давай улучшим. Может, уже мужчин. Так, давайте. Да, давайте, давайте. Быстро завели. О, я только разминаюсь. Просто каранты от бога. Блин, Рейнхарда вообще пиздец прошибает, бля. Отлично, влетело. Я что-то вот, блядь, хорошо-хорошо, блядь, держали. Знаешь, здесь нельзя баниться. Линкольн никогда не сдается. Да. Тут. Поражение. А, ничего страшного. Лучший момент. Эй, подождите. А что это за хуйня? Это Рипер. А, блядь, стоп, мы же не это. Я думаю, мы уже соревнования проебали, что ли, или шо, блядь. Во. Нет, Шесси, нет. Ищем запасных игроков, пока последние. Так, мы, получается, мы первые играем с Палака. Да. Вы прибываете к башне Лидзян. Так, ну если... Что мы там на строй должны играть по вот этим правилам, то что написано? Выберите героя. Если раунд нижней сетки будет уже потом... То есть... Восьмой.
Ну, я играл против... Я играл с ребятами из Палака как раз то воскресенье. От смерти не сбежать. Как там ребята? Ну, там есть опытные игроки. Прям... Хорошо опытные. То есть, есть у кого часов, в принципе, столько же, сколько у меня, то есть, у меня 150-160 часов. Берегись, есть девушка, там 2000 часов. Я не знаю, будет ли она, будет она или нет. Лучше скажешь. Ну, с какой-то стороны хорошо, что в этом году не участвовали девушки, которая с нами была в команде. Жанна Туманова, потому что она очень... Если бы она была во вражеской команде, это было бы больно. Используешь силу по полной. Ну все равно. Да, да. Все равно от одного человека. Ну, может, конечно, многое зависеть, но явно не все. Не, я не говорю то, что от одного, просто она у нас лично в команде была. И она хорошо играет, и команда хорошо держит. Буква Г. Да. Нет. Представь, что ты написал слово говно по-английски. Здорово. Я наконец-то начинаю. Я суши, блять, зашел. Что, мой бог, да? Да бог вообще никого не снес. За мной идет смерть. На башню. Шаг во тьме. Тебе не скрыться от меня. Короче, когда я стараюсь эти правила еще прочитать, там нужно как-то лобби создавать, а потом надо зеленый кодом построить. Там вроде бы ничего сложного. Ну, я не создавала лобби. Мы пробовали, мы первые несколько карточек. Давайте попробуем с ботами, но боты очень, блядь, прям такие. Уж очень у них, Лусио хочет нас скинуть. Это такая карта, где можно скинуть. Он прям целью себе это поставил. О! Сверху посол улетает. Вернулся из капота. Слушай, что с тобой? Я бегу, я откидывала, меня убивала. Я уже лучше. Вперед! Покажи им! Твое преображение! Юджино кино курает! Я не уязвим! Счет. 0-1. Да, ребят, нормально, мы сейчас просто на расслабоне, сейчас перейдем в чемпионат и все, и будем всех рвать. Я бы так же сказал. Блин, ну можем попробовать репикнуть, наверное, что-нибудь, на что-нибудь. Да почему? Редька, блядь. 5, 4, редька. 3, 2, 1. Второй раунд. Захватите объект. Под покровом тени. Тебе редиски.
Они подумали просто так же, как и ты. Люди всегда в другом месте. Если что, я на тест ангела репутировал, так что воскрешать не буду. Смерть снова. Там только знаешь, честь так говорить. Иронично. Защищает эту цель так быстро. Лысю. Я только что, по-моему, отбросил. ДДшник, Рома, давай, доставай ульту. Давай. Да, сейчас они подойдут, можешь сдать. Ну, уже мы даже поздно, блядь. Я пыталась, Лен, честно. Поражение. Лучший момент матча. Очень интересно, уже прошла не 15, уже полчаса. Ну да, пока вообще ничего не было. Это два раза по 15 минут, поэтому... В целом-то... Блин, почему эта организация на таких мероприятиях всегда страдает? Я думаю, что там по доте уже прям вовсю прям играют. По доте они только что писали... Ну ладно, не только что, в 11.18 они писали, что нужен еще один игрок для какой-то команды, что не хватает им.
Блин, там, наверное, дохерища команд. Они до завтра играть будут. Ну, скорее всего, в Доте много и в КС. Нет, конечно. Вы прибываете на пост наблюдения Гибралтар. Приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Я посмотрю, что там будет. От смерти не сбежать. Продумайте путь к победе или ждите поражения. Посторонись! Overwatch. Хранители статуса Кво. Блин, какая же все-таки японская озвучка в Overwatch потрясающая. Держимся вместе! Удары я приму на себя! Прям хорошечно, да. Мойра вообще такая. Алла Пугачева среди аниме. Пять. Не, пропитая. Три, два, один. Атака началась. Я там покончил. Да, я привыкла, что начала это. Я сначала тоже играл на русском, а потом у меня друг такой, а я японский поставил, а мы что играем в этой теме, я такая, понял, качаю новую звучку, ни слова больше. Не поможешь. Еще 200. У него сколько раньше было? У него 1600 раньше было. Сейчас 1200, он вроде бы он быстро восстанавливается, но, блин. Такой тоже может быть, он уже немного урона наносит.
А, значит, на Рейне сдам инту и возьму Эрис. Что-то херня вообще проходит страшная. Опять? Рассыпную все. Их там много. Наша комната матча создана. Раунд первого бана определяет с помощью сайта. Обернись! Ну уже, Вивиан! Соберись! Пока вышло. Повыходили вместе с этим. Ой. Да. Капитан команды банить карту. А можно все забанить? Тогда склонять надо. Не капитан Киберти в теле. Капитан Киберти в теле. Ну да. Капитан. Типа одной тефтель. Одна большая тефтель. Да, трансформируемся в одну большую тефтель. Да. Баним этого красавчика, короче, у нас с ним прям все плохо. Либо этого, который, забываю, как его зовут, влетает, начинает крутиться, и все. Там у бан только этих. А, хорошо. Там, да, там бан только карт. Ну ладно. Смотрите, первый бан все равно делаем не мы, так что они сделают бан, а мы посмотрим, что они там банят. Сейчас похоже, как в Доте, когда кто-то на мид хочет, там циферки появляются. Не, ну тут как бы на этот убьет. А. Блин. Ну что, ребят, настал момент еще раз почитать правила. Где наш чат, наш дискорд? Сохраню это на памяти, так сказать. Ну, который в Дискорде основной кибертефтели первый был. Аватарки просто красиво выглядят. Пошли глупые вопросы-ответы. Кто когда играет? Хорошо, хоть не спрашивают во что. Да, ребята, какой там логин, пароль, что вводить? Помогите. А нет. Лёля... Ты кинем? Подождите, а вы уже куда-то вступили или что, или как? Ну, пока нет.
А, все. Да. Я вот приглашаю вас в свою игру. Ну, не совсем. Не прям тут. Так, у нас капитан должен не забыть заскринить итоги чего-то там. Это все, что я помню из правил. Ну, они в прошлый раз, их команда оставляла Ли Цяо. Как-то у них грустно. Мне интересные аватарки. Они профиль все закрыли. Ну, у них, вот, по-моему, весь этот состав в прошлый раз, кроме Чешира. Видимо, Чешир у них там будет. Да, это с точкой. По последнюю, которую мы, по-моему, как раз катали. Нет, а предпоследнюю, башня Линзяо. Они в прошлый раз ее прям оставляли. Они прям надеялись. Ну, в любом случае, даже если мы сегодня... Так, что у нас, получается, остается? Не забанили Непал? Илиос, Оазис. Илиас и Оазис остается. Илиас можно скидывать, в Оазисе скидывать нельзя. Баним Илиас. Или оставим, где можно скидывать, и будем как-то... Ну, Ариса сталкивает хорошо. Но я на Лусе не смогу скидывать, я не особо этим практикуюсь. Ну все, тогда Илиас баним. А, в Непале тоже, по-моему, Непал забанили. Илиас. Сам. Непал остается Оазис. А, Египет еще карту убрали, точно. Играем Оазис. Вот этот вот типчик, который в окошко выходит, это вот ничего. Погнали нахуй. Я в нас верю. Мы хорошо играем, у нас хорошая командная игра в любом случае. Ура! У нас хорошие хилы. И хорошо поддерживаем друг друга, как минимум. Да. Это уже половина дела. Да. И все равно вот так это, в принципе, мы сколько раз играли, я вижу, что за танка я живу дольше, чем когда я просто с рандомами играю. Все готовы? Ну, в общем и целом, скорее да. Блин. Вы прибываете в Оазис. Чего? Приготовьтесь. Паническая атака. Выберите героя. Да, смотрите, скинов нету в командных этих матчах. Кошмар какой. Наслаждаемся мылом.
из Overwatch 2. Ну, просто по бану вы тоже как бы высказываете мнение. Потому что может быть какая-то карта, на которой вам удобнее играть, привычнее играть. Инструмент в руке, мозг разобран. Не очень все равно. Я лучше буду ждать, пока прогресс идет своим чередом, чем поступлю, как ты. Должно быть вот. Хорошо, когда можешь требовать от всех терпения. Осторожнее здесь! Внимание! У меня верное сердце и острое копье. Мне интересно, внимание! Будут ли они пикать, господи... Три. Пару. Пару, да, один. Или крысу. С крысой тоже могут наверх залезть. Ну... Крысу я не помню, что пикали там, и Фара тоже там как бы не в почете в этом составе. Но нет, Фара у них, по-моему, есть. Нет, нет, на вся есть. О, бля. Да, тут все четверо победили, а немножко отступите. Для активации объекта еще не слышу. Уходит так. Они фокусят просто весь ДД, фокусят в одного и играют. Все за дело! Ладно, тактика. У меня такое ощущение, что... А, ну все, они меня опять закрыли. Так, да? Так. Я просто... Я даже не понял, что меня закрыли. Надо кому-то что у нас делают. Лень, ты с этим наклонностью-то свои при себе держи. Стоп, Тим, так. Все на бесконечные, что ли? Они у нее достаточно быстро откатываются. Ну и так, я могу их заявить. Давай. Капец. Не, у них прям вон видно, что они все команды идут, как бы на них. Ну, они стоят кучно, танк хорошо прикрывает. Ну, это о чем я и говорил, что все должны как-то стоять, стараться за танком. Поражение в первом раунде. Застынь здесь! Не шевелитесь! Не, может быть, сейчас как бы быстро проиграем и нормально потренируемся еще. Один. На следующей неделе среди лузеров сыграть нормально. Знаешь, как бы это, как там было? Если в том году на Интернешнале Team Spirit, которые взяли Интернешнал, они как раз, они быстро попали в ветку лузеров и прошлись по ней просто. Основательно. Тактика. Да, это звучит как план. Блин, у меня, оказывается, не было слышно все это время. Вот прикол. Чуть больше дамага внести и их раскидывать. Ты уверен, что ты хочешь тут фара играть? Тут мало места для фара. Попробовать. Если что, я могу, даже могу поменять. Ну да. Если два раза прям умрешь быстро, то лучше поменять фару. Ходят? Где? Ушел. Мы пойдем. Нет.
Мы вообще никого не убили. Мы зато сколько дамага нанесли, им же было больно, неприятно. Да это... Если бы мы на дамаг еще играли. Ну я хотел хоть как-то нас утешить. Давайте, 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 ой! Это сейчас хорошо. От смерти не сбежать. Ракетный залп готов. Сейчас дам улицу. Да, тебе смогу показать. Тени сгущаются. Да. Давай, 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 заходи, заходи, заходи. Я убил! Арису, давайте Арису убьем. Эх. Танка? Да, ну у нее хп мало был. Вернулся. Отстой. Очень плохо. Очень плохо. Блять. Лучший момент матча. Думали, я потеряла класс. Сбиваю стоп. Ну, им прям плотно играет, конечно. Так. Что-то я не очень понял, блядь. О, профиль. Так, ну сейчас, наверное, скину скриншот. Будем ждать следующий матч. Да, только я чуть не могу найти скриншот, блядь. Ну так. А нам нужно, получается, подождать полуфинал, пока сыграть, чтобы нам попался оппонент. Очень сложно. Мы теперь действительно похожи на тефтельки после этого. Угу. Ну, ничего страшного. Да, пойдем, наверное, пока потренимся, что делать. Ну, сейчас посмотрим, что там будет дальше. Бывшие сотрудники КП в Нижнюю. Угу. Аурелиас тоже плотные ребята. Мне кажется, они палакать тоже сейчас разберут все-таки. И Южная Куробьет тоже они. Вот они в то воскресенье, они прям плотно играли. Ну, так, короче, тут только мы груши для битья, да? Ну, смотрите, когда мы первый раз в чемпионате были, у нас вышло так, что мы всегда... Короче, у нас было три команды, мы всегда проигрывали второй, а вторая всегда проигрывала третий. А третий проигрывал нам.
И вышло так, что вышли в финал как раз-таки мы и те, кто нам проигрывал. То есть, может быть, нам еще повезет, что вот этих челов сольют, а мы будем с теми, кто нам проигрывает. Короче, рано отчаиваться, вот в чем суть. Ладно, ждем наших оппонентов пока. Нам нужно ждать проигравших пары 4, вот которые... Ну, получается, идет сейчас второй раунд, они отыграют, и будет в итоге 4 команды. Мы будем играть с проигравшим Южное Корабье и Авито Outlaws. Да, либо с Корабьем, либо... Они даже еще пока играть не начали, так что нам надо пока что-то поделать. Вообще странно, что они... Мы уверены, что они не начали играть? Они могли параллельно с нами играть, нет? Ну да. Нет, параллельно с нами играли бывшие сотрудники КБ и Авито Outlaws. Я не смотрю сейчас на этот рейс, я понял. Ну, по крайней мере, можно в этом... Трансляция же должна быть, не? Трансляция, скорее всего, финалов только будет. Раньше не, говорили, что... трансляция. Кроме тренировочного дня, должен быть этот... Блин, а трансляция, они, наверное, куда-то здесь в чатиках кидали? Или она, может быть, на почте? На почте? Она на этом, Авито Хоум Хаб. Не, я имею в виду, где именно? Здесь же каналов всяких этих много. Welcome. А Авито Хоум Кап. Точка ком. На момент идет регистрация. А какие они все позакрывали свои профили, даже не подглядели, что у них там. Админ. Открытые ребята. Заморочились. Не знаю, я ничего не скрывала. Хотя, может быть, у меня и было скрыто. Что-то я не помню. Это кот плачет от того, что мы проиграли. Не расстраивайте котиков. Ну, получается, в принципе, можно выходить. Ну да. О, мы можем соревновать. Уровень мастерства участников группы слишком сильно разнится. Вы сказали про плачущего котика? Что мой котик ушел на балкон, когда мы начали играть. Вы не видите этого? Наверное, но я решила, что его пора забрать. Котика началась минута тыга-дыка. Так, ну ладно, давайте тогда попробуем поменять тактику. Отличная идея. У нас она была. Не, у нас была тактика типа не проиграть, но она не сработала. Нет, просто теперь попробуем делать то же самое, что и они, у них танк отмечает. Либо танк, либо капитан команды отмечает противника. В фокусе. Да, и все просто льют все в него, весь свой дамаг. Ну, и они кучно еще держались, типа... Они держатся кучно, все стараются прятаться за танком. Держимся кучно и умираем. Но у них на самом деле очень сильно мешало это... Мэй? Мэй, да. Мэй, да. Своей этой стенкой, она...
Ее начинаешь стрелять, она спрячется в свой кокон. Но от нее все равно избавляться надо, мне так кажется. Да, у нее, ну, она, в принципе, она ульту-то вообще только один раз дала. Но там очень много дамага, и, в принципе, было видно, когда тебя убивают, что с тебя лили все абсолютно. Даже если там просто, просто явно кто-то даже на тебя смотрел, если он в тебя не стрелял, просто он полил в тебя своими зырками, так смотрел. Злыми глазами. Да. Я подняла кибербуллинг, просто давление. Тяжелый взгляд уборщика, если кто знает. Приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Хейтеры, короче, наши. Тут уже не на корову играем, тут уже кого хочешь. Ну, за кого комфортно, за кого нет. Вообще обидненько. Они это заслужили. Давайте им это устроим. Чуваки, видно, что типа там играли, тренировались, а не как мы. Обидненько, что нам просто даже возможности, чтобы не дали вот это обидненько. Не, ну будем честны, это заслуженно. Если бы мы прикладывали усилия, типа, скорее всего, мы бы что-то... Не думала, что когда-то вернусь в бой. Но жизнь полна неожиданностей. 5, 4, 3. Блин, этот мне Суджорна, но мне вообще не нравится, атака, как персонаж. Она вроде как там была. Да. Я поэтому за нее играю, я вообще на ДД не умею. Нее это просто, рельсы. Тут просто зажимаешь в толпу и все. Солдата и турбёрд, что такое, что попроще. Вот они, приготовились! Чтобы неожиданные мувы сделать. Я единственное пока не поняла, что можно. Ну, как-то, в принципе, да. Типа именно во время матча, потому что мы же не отмечаем, там кто танк, кто не танк. Нет, там просто кто-то, по-моему, этот вопрос задавал именно по поводу правил, говорили, что мы заходим. Ну, я не видел подтверждения роли самой карты. Не, этого не было, но это мой вопрос, потому что это. Ну нет, нет, мне кажется, там. Ну, это вполне нормально, если кто-то переделывает. Да стоп, тебя точно обидно. Блин. Доставьте груз. Давайте, хочу видеть, чтобы 5, даже получается 6 этих, 6 иконок на убийстве персонажа. Лол нужен запасной игрок. Слава богу, блядь. Ой, хорошо, они такого, да. Не, ну тут явно не такой, даже не близко такой уровень. Так что сейчас будем жить. Ну там они прям... Там нас там друг друга... Мотали. Да.
прикрывали. А тут-то каждый сам по себе бегает. Вы уже можете оттуда скрыться. Ой-ой-ой. Отойти. Давайте не будем с ними бодаться. Видимо, учиться никогда не поздно. Да пока мы одну мы убиваем там. Чайк сзади. У вас после прошлой катки триггерит, да, на мэй? Да-да-да, так вместе. Убить, убить. Мэй зло. Отлично. Там разматывают. Это не очень качественно, разматывают. Блин, я замерз. Линдхольм никогда не сдается. Я чувствую, что с Аджорного, блядь, не по нерфе, а просто блядь. Моя суперспособность заряжается! Нас груз не пойдет. Жить будешь. Пора спустить армию! Сидите чуть назад за машину, какая-то Новый год. Выпускай кицуне. О, я только разминаюсь. Примите свои судьбы. Хорошо, увела. Покажи его. Рая поданы. Отступаем, отступаем. Я еще свое не отвоевал. Угостим это. На позиции. Покажи. Твоя валютка погибла. Блять, заебало уже это мы. Отлично залил. Я забрал.
так. Нет. По моему ультра зашла. Отступить! Так, Ром. Чего, кого? Нет, не Рома, Леня получается. Будь готов сдавать пульту под меня. И давим. Успели. Они хотели себе помешать, или не помешали. Да. Можно нам этот киберчемпионат засчитать? Да, будем считать, что мы выиграли. Давай скинем скриншот в чат. Как он успевает понимать, что происходит? Летает просто как... У человека есть реакция, Лёня, слыхал? Нет. На самом деле, я-то, конечно, рассчитывал, что... Мы победим? Нет, что будет все-таки распределение по силам. А, так. Ну тогда надо лиги, хотя дивизионы какие-то. Ну нет, хотя бы поначалу, чтобы... Ну хотя... Ну мы... Вот. Сейчас, скорее всего, раз будем с проигравшими играть, скорее всего, по силам уже будет более-менее. Я так понимаю, у нас всего... Сколько команд? Шесть. А как ты по силам распределишь, ну типа не зная на входе, просто смотреть по типа по учеткам? По... Ну это да, это должно, это администрация должна этим заниматься. Администрация звучит-то как? Ну вот эти вот 100-500 подтверждений, это прям вообще ужас какой-то. Зарегистрируйся тут, отметься там, плюсик тут, квадратик туда. А, ты по выходным обычно, блин, пьяный лежишь, не хочешь ничего подтверждать. Ну не всегда, конечно, нет. Ну не, не всегда. Не каждые выходные. Инструмент. Эй. Но у нас получится. Бригитта это вообще это лучший персонаж в этой игре. Лучший из худших. Нет, просто лучший. Вообще лучший из всех. Я не шучу. Она победила эту игру. Она прошла эту игру. Короче, я просто идешь, тусуешься вокруг танка и лупну, зажимаешь, короче, левую кнопку мыши. Закрываешь глаза и кричишь: мой цеп свиреп, мой цеп свиреп, и все вообще прям. Можно что-нибудь про Вальгалу кричать? То есть это Валькирия такая? Да. Тебе нравятся боевые женщины, может быть, просто? Да.
Приятно. Отлично. Я просто как котом с первого, да. Опять уже. Понаразвали. Это те же ребята. Да? Да, блин. Нет. Снеговик, наверное. Нет, это явно не мое. Ого! Ребята, ребята. У них снайпер в этот раз. Он стоит на максимальном отдалении. Да, и делает больно, максимально больно. Что-то я обновляю. Немного шведского гостеприимства. Хорошо, баба. От этого тебе на королеве стервятника. Ой, как-то поставил кривенько. Хорошо, мы перегрузка! Объект под контролем! Давайте заберем, раз отдают. Да. Ну не отдают. Совсем так. Ой! Ой-ой-ой! Посмотрите, на королеве стервятников вижу прям активную фокусную силу, потому что она уже... Ни за что! Они будут в восторге! Скорее на этот мой взгляд. Отлично, отлично. Кого-то снайпер. Побольше убить, слабо. Вон там. Куда она там сгромоздилась, эта снайпер? Слышу эти каблучки, цоканье каблучков. Цоканье. Пули вокруг свистят. Да, блин. Засвистелись. У всех, кстати, этот есть. Evil Dead. Все забрали? Ну, этот Evil Dead. Зловещие мертвецы. Ну, можешь зайти и забрать. Типа мы все-таки будем если это играть. И можно развлекаться чуть-чуть. Все согласно моему замыслу. Пора спустить пар! Моя суперспособность! О, дух лисы, покажи свои! Покажи свои! Переполняй! У меня на тебя счет. Один. Хорошо. Один глаз, одна рука. Вот в чемпионате надо так играть. Не спим и на самом деле такая
подмена этого идет, то, что думаем, блин, хорошо справляемся, тут выходим на чемпионат, нас рвут просто, как знание, не знаю кого. Знание, само по себе награда. Еще и чемпионат-то, ну, типа, это, ну, как... Сейчас вот будет... знаешь, как Нави любят сначала проиграть, попасть в нижнюю сетку, а потом начинать стараться. Я не уверена, что мы как Нави. У нас два шанса выиграть! И не знаю, подожди, что тебя смущает? У Нави сейчас одна тактика, типа, блядь. Ребят, мы приехали, да, мы приехали показаться, типа, все идем красивые, красивые. Мы домой, блядь. То есть мы пришли поторговать лицом? Нет. Мы играем для фана. Постыдешь, блядь, мелкий, сука, пидорас. Ладно, это не речь. Как там? Сталкеры, то что? Врача. Всякий хуй, врач, блядь. Дурацкий снайпер. Да, все собрались. Почти все собрались. Я все идеально спланировал. Нет, снайпер. Ура, я. Все за дело. Я так просто не сдаюсь. Вот так. Ну все, готов зажигать. Мой любимый фрагмент. Ты Леша, сейчас сразу давай ульту в сторону. Ебать. Динатин? Ну ладно. Остальные еще на подходе. Счет. 1-1. Уже заценил новый альбом Antler Antler? Знаешь их? Ага. Так как тебе? Исюша. Продумайте путь к победе. Они там общались. Или ждите поражения. А, извините. 5. Я просто этот диалог еще не видел. 2-1. Они сами начинают разговаривать или надо что-то для этого сделать? Нет, нет, они сами начинают разговаривать. Я против общения. Я ведь для этого уходила в контент. Это можно в любой, по-моему, отдел бы к офису уйти и унести. Да. А тебе тут никто плакать не будет. Раскрываю порт! Бля, я же королеве клинков все-таки чего-то не хватает. А я с одним глазом управлю. Серьезно.
прилетел. Из-за того, что ты странная девушка. Секунду. Надо перезарядиться. Не свинда. Мы в меньшинстве! Гордись, что это я тебя отправил в путь. Захейтили меня. Если как следует шмякнуть, всегда заработает. Да он, блядь, улетает теперь. Да. Снайпер. Да почему можно рипера? Рипера закинуть. Ребята, либо начинают долго, либо они очень долго играют, ну там уже. А я не знаю, может быть второй раунд best of 3 какой-то. Отступить ни за что! Никто не ускользнет от моего взгляда. Ой! Угу. А так хорошо начинали. Нам тоже надо менять. Да, 97, 98. Лучший момент матча. Я хотел досмотреть. У нас перерыв? Нет, я вроде не писал этого. Ну хотите перерывчик небольшой возьмем? Здорово. Спасибо. Блин, я бы вот на самом деле. Что я не слышно было? Палака победили опять. Это вообще неудивительно. Неожиданно, да. Ну в прошлый раз Аурелиус сильную прям игру показали, но. Видимо, недостаточно сейчас сильно. Они просто будет... из нас такие котлетки нарезали, что, мне кажется, они из любых так готовы нарезать. Ну, если Южное Куробьё сейчас выиграет, а они, скорее всего, выиграют, то Авито Outlaws, которые упадут нам в сетку, мы их, типа, сможем победить. Звучит неплохо. Обнадёживающе. Ну, у нас, получается, идеальная игра будет, если... Мы будем играть против Авито Outlaws, потому что у них прям, да, Авито Outlaws. Нам бы играть против Кибертифтей, это бы самое то, но не получается.
Хорошо, если мы их выиграем и будем играть против бывших сотрудников КБ. А почему ты в КБ так уверен? Они тоже не очень сильные игроки, прям, походу. Но они могут вылететь и даже до нас не дойти. Ну, будем надеяться, что Аурелиус они удивят, типа. Возьмут неожиданностью. То есть сейчас мы надеемся, что Курабье, вот этот вот южный, короче, победит Палака. Да? Ну, да, они, кстати, и победили. Но они... Южное Курабье, они, по-моему, с первого дня, тренировочного дня, они выиграли. По крайней мере, Курабье сейчас играет... Где оно у меня, друзья? Ребята, там показывает, сейчас выделился Ирант нижней ветки. Я так думаю, что мы сейчас будем играть. Да, у нас Outlaws попались. Mm-hmm. А те, кто Южное Курабье и Палака, они... Ну, как минимум, кто-то из них играют... в финале, а кто-то в финале лузеров. Да, да, они сейчас играют. А у них там победит. Ну, что? Я не думаю, что мы сегодня будем играть. Ну, финал лузеров сегодня не будет. Он будет на следующей неделе. Да. И финал просто тоже на следующей. Там уже Best of 3 будет. Судя по тому, что написано в чатике. Ну, это если мы дойдем до туда вообще. Да, да. Нам, конечно, еще предстоит долгая извилистая дорога. В прошлый раз, когда я в Палака был, мы играли против Авито Outlaws, потом, ну, свободной, типа, в свободной игре, после матча, выходного дня. И мы их прям рвали. Можем, типа, их сейчас, конечно, пригласить и попробовать. Может быть, мы против них посражаться. Мне кажется, что сейчас будет, вот, получается, два раунда нижней ветки, а раунд нижней ветки, полуфинал и финал потом они ставят. Мне кажется, это более логично, нет? Ну, они в чатике ведь написали, что финал нижней сетки и гранд-финал будет сыграны 27 числа. Ну ладно. Нет, так нет. Нет, финал нижней сетки. Угу. Ну вот там, где проигравшие 8, и пока еще непонятно кто. Ну вот, да. Ребятушки, раз уж мы на перерыве, я сгоняю до магазина у меня в доме. Да, да. Зайдемся на тебе. Угу. Я пока тогда просто зайду в обучение, там как называется. Давайте я пока в тренировочное это запущу, учебный полигон. Угу. Да, Авито Outlaws написано, сейчас будем играть. Против них, что ли? Какой наш перерыв длился недолго. Двойное убийство. Интересно, чей это маленький шедевр? Двойное. Все согласно Тройное. Моему замыслу. Так, надо получается тегнуть себе перегад. Ну, я пока напишу, что... Тройное убийство. 4 убийства, 5 убийств, 4 убийства. Тройное идеально спланировано. Тройное 4 убийства. Двойное убийство. Двойное убийство. Уж я-то знаю. Двойное убийство. Тройное убийство. Прекрасный выстрел. Тройное 4 5 убийств. Тройное убийство. Двойное убийство.
А тебе тут никто плакать не будет. Двойное убийство. Двойное убийство. Двойное убийство. Тройное убийство. Пять убийств. Кто этот, блядь, сын себе позволяет? Интересно, чей это маленький шедевр? Двойное убийство. Мне кажется, ли там что-то происходит в Дискорде? Да, там поставили Авито Аутлоус против нас сейчас. А мы уже успели разойтись, да? Ну, нет, там как бы согласились на то, что всем типа нужно перерыв, кто-то хочет. Кто-то хочет сделать бутерброды, кто-то ушел в магазин. Так что я тоже сейчас на секунду буквально отойду, надо зарядку взять. Забыли. А мы можем пока там начать банить, пикать карты, там пока это же тоже время займет, там пока как раз Рома вернется. Да не, я думаю, это все вместе будет делаться. Там ребята вражеские же тоже отошли и наши. Вражеские, прям вражины. Вражины. Ух, какие они. Так, ладно, все, я пошел делать кофе. Тогда тоже перекушу что-то.
Я пока тут кушаю, немножко поболтаю с чатиком. В общем-то, нам осталось один раз проиграть. Вот мы. И все домой. Ну, надеюсь, что мы одну-то хотя бы команду обыграем. Не то чтобы мы какие-то кибер-чемпионы там. Ну и как получится, так получится. Конечно, тупо получилось, что у меня микрофон не был включен. Пол стрима, наверное, час. Интересно, а как будет у нас вообще орги как-то будут реагировать на то, что мы немножко все сместили? Или мы должны были это с ними согласовывать? Я думаю, в принципе, похеру. Да? Ну, они же там параллельно, мне кажется, еще и дотой занимаются, еще чем-то, что-то такого-то. У нас игр не так много, как там. Мы с вами будем пытаться менять или пофиг? Что менять? Не вставай, пожалуйста. Вижу врага. Ну, я думаю, что играть на тех, кого мы не тренили, персонажей тоже не стоит. Это уж совсем, если все плохо будет, и мы понимаем, что... Роль? А кого с кем хочешь лапнуть? Ну, я так поняла, у нас многие на саппортах играли, я могу попробовать на ДД поиграть и отдать кому-нибудь саппорт. Ну, типа, на каком-нибудь солдате я могу поиграть, на Саджорн в целом я могу поиграть. Ну, это ты можешь с Ромой обсудить, когда он вернется. Потому да, что он саппорт. Мастер бригисты. Его цепь свиреп. Вдруг он своим цепом затащит нам вообще всю карту. Какое лицо я тебе смысти, а? Хватит ныть! Вперед, вперед! Что? Уже все? Все сюда! Двойное убийство. А я с одним глазом управился. Убиваю сзади. Мой. Ну быстрее, разъяв. Двойное убийство. Двойное убийство. Блин, лол. А я не знал, что он умеет дробью еще стрелять. Только сейчас понял. Что он дробью умеет стрелять, да? А я в ближнем бою выцеливал, блин, как дурак. Это же все упрощает раза в два. Там какой-то чел очень триггерит на канале регистрации. Здравствуйте. На самом деле регистрации это все, ну, действительно как-то через жопу. Все. Угроза нейтрализована. Не знаю, типа с одной стороны, я понимаю, что неудобно подтверждать здесь, здесь и здесь, и еще по несколько раз, но с другой стороны, все каналы были даны, и все это будет управлено. На самом деле при регистрации... Отличный комментарий от ВК. И 7 этих клоунов накидали. При регистрации на сайте тебе сразу кидают Discord. Тебе, в принципе, по сути, больше ни хера не надо. Мне кажется, можно было организовать по-человечески, ну, типа, просто, допустим, только на сайте, а там уже все, ну, там и... Один раз подтвердиться, типа, в день, все здесь, все вместе. Ну, у меня такое было, когда был первый еще турнир, да, это вот это третий, что я тоже зарегистрировался на сайте Авито Кап и думал, что я все сделал, а потом оказалось, что надо было в Дискорде это подтвердить. И мне такие говорят, ну, ты не подтвердил регистрацию, иди нахер. Чего? В смысле? Мы там даже тренились.
когда был самый первый турнир, вроде бы было не за парным. Не знаю. Там вроде даже не нужно было отдельно каждого участника подтверждать, можно было просто командиру сказать, мы все на месте. Не, ну мне так и сказали, что ты не зарегался, поэтому ты не играть не сможешь. О, окей. Это когда было? Ну, на первом. А тогда ты куда подавался? Я в доту тогда играл. Пытался играть в доту. И в итоге не играл, получается. Двойное. А, Ром, короче, есть предложение поменяться ролями. Они ты будешь на саппорте, я на ДТ. А, ради бога. Попробуй. Давай. Вдруг прокатит. Разрекламировали твою Бригитту, и мы решили, что ты нам катку затащишь. Разрекламировали. Ты там не просто затащишь, а обязан затащить. Да, мы даже ничего делать не будем, просто ты один будешь играть. Как танк. Нет, вот, кстати, раньше Бригитта могла еще и танковать даже какое-то время. Ну да, как... У меня есть щиточек там свой. Щит есть, хил есть. Двойной. Стан даже есть. Ну, стан, да, отталкивал. Вот, кстати, да, минус. Раньше у нее щита стан выдавала. А больше нет? Нет. Ну он типа он там что-то типа есть. Ну, типа, если какой-то скилл юзаю, допустим, Райнхард летит на тебя. Если ты ему навстречу полетишь, то вы оба типа откидываетесь. Там микроульт получается такой. Ну да. Так, а мы в итоге все готовы сейчас, нет? Да? Ну, вроде бы. Да, я пишу, что мы готовы. Там уже парнишка какой-то кидает мемы про то, что нас ждет. Да он там как начал мемы с Хасбиком кидать, так и не закончил, по-моему. А кто нам реролл-то кидает? Реролл? Чего? Пойдем. Мы попробуем создать. Как пригласить целую команду? Я вот, честно, даже не представляю, как это работает. Я тоже не шарю. Можно просто на вопрос зададите и ответить нет. Ну, кстати, да, рабочая схема. Может быть, они знают. Мне просто интересно, мы какой я типа режим типа могу на свой выбор, что ли, типа взять? Ну смотри, там в правилах было написано, что там типа настройки игры, доступ к лобби, только по приглашениям. Коды должны быть какие-то для импорта, набора правил. Вот. Ну вот это вот Авито контроль, Авито сопровождение, Авито гибридный, Авито автолевел сходить. Это хуйня какая-то, ладно, это не то. То есть режим игры должен быть Авито выбран. Mm-hmm. О, господи. Там, блин, кто-то продолжает, короче, бомбить, походу. Да там все тот же чел. Говорит, его заблочили, и потому что знают, что он прав, и не дают ему свободу слова и так далее. Вам пишут теперь. В общий чат, я так понял. Блин, мне хочется его кикнуть. Опять ему клоунов накидывают. Я тоже даже занимаюсь этим. Как у нас процесс? А то нам надо либо создавать, либо этих просить. Все так радостно клоунов накинут вообще. Я ржу с этого. Это как на стримах начинает кидать в чат все это смайлики одинаковые. Так. Да, походу, клоунов тебе на любое его сообщение будет. Вот развлечение у людей. Мне вспоминаются времена этого скайпа, когда накидывали смайл говна. А, тут тоже можно, кстати.
Ага. Это финал нижней сетки B103. Так а что мы там создаем или. Простите, пожалуйста, обстановку. Товарищ капитан. Я стараюсь понять по правилам, каким мы создаем. Можем взять Авито контроль, можем взять Авито сопровождение, как я понял. Типа, это походу на наш выбор, что ли, идет. Не знаю, может быть, в личку написать оппонентам, типа, как создать, а то мы не очень-то понимаем. А чё, зачем личку? Мы можем в чат написать, потому что все равно, если одного спросить, они командой же сидят в Дискорде. Ну, да. Ну типа, может, не знаю, орган, ну, типа, нормально говорит, что мы не знаем, как создавать. Ну, ладно, давай напишем, да, мы не умеем играть. Ну, все равно сначала подбрасывается ж монету, так же, как и было с первого матча у нас. Просто это админ делал. Угу. Админ. Админ. Можно просто написать, ребят, мы хлебушки, и мы не понимаем, как сделать. У нас лапки. У нас тефтельки, да. Это, знаете, фильм, по-моему, если кто смотрел, везде все и сразу, как-то там... Руки сосиски? Да, руки сосиски. Мы руки тефтельки. Ему продолжает клоуна ставить. А, да? Вон появился админ, да? Угу. А почему они багетики накидывают? Это что значит еще? Что-то на французском. Ля батон. Мне кажется, там уже какой-то токсик пошел, ребят. Угу. Кибербуллинг. Угу. Блин, нужен еще третий экран для отдельного чата с вот этим вот срачем. Он у меня есть. Черт. Надо на телефоне, видимо, еще открывать. Господи. Оу май. А он сам скинул тут. А ему клоун сейчас накидает. Понятно. Вот именно в таких моментах познается командная работа. Когда нужно кому-то что-то где-то срочно накидать. Блин, я не удивлюсь, если человек после этого просто уволится. Такой, все, мне захейтили. Так была же как раз-таки, я почему историю со скайпом вспомнила, была вот эта история, когда кому-то там какашек накидали, он расстроился, и тогда запретили использовать реакцию с какашками. Там, по-моему, какая-то девочка случайно личную переписку кинула в общий чат саппорта. И ее за это какашками закидали. Блять, я как-то в РТМ, блядь, кинул вместо восстановить тикет, блин, ссылку на статью в Пикабу, блядь. Начались баны? Давай там... Да-да-да. Список карт, я что-то не помню вообще даже. Сейчас я открою. С чего они забанили? Пусан.
получается, остались Илиос, Башня, Непал и Оазис. Да что мы хотим поиграть, может быть, от этого отталкиваться? Я предлагаю не Оазис, мы там уже поиграли. Так, давай тогда банить его нахер. Тем временем мы, конечно, баним, но у нас все еще, я так поняла, нет лобби. Это уже другое дело. Да, сейчас разберем. Не, может быть, они, как в прошлый раз, они создали и... Может быть, все-таки сознаемся, что мы этого не умеем делать. Мы так и не сознались. Да. Мы просто все очень сильно... Нет, блядь, мы не сознаемся. До последнего будем сидеть молча. Мы за то, что... Кто первый банит, тот и... Кто-то создает. Создает, да. Выкрутились, короче. Работу за других, блядь. У нас позиция, в принципе, она изначально такая и была. Это мы не сейчас придумали. А может быть, нас не приглашают, потому что я не добавил друзья, но я вроде бы добавлял друзья. Слушай, во втором Overwatch вроде бы мне... Вы уже отправили запрос? Была какая-то фигня с друзьями, типа не отображалась. Может быть, не починили? Ну, словно, если все понятно, то с багетом я теперь буду жить с этой мыслью, что я не понял. Багеты. Кто не понял, тот поймет. Я не понял, поймет. Ой, блядь, у меня так много друзей стало, кто играет в Overwatch, это прям... Хоть начинай в Overwatch играть. Да. Блин, реально, до того, как сказали про этот чемпионат, я уже, наверное, 100 лет не играла в Overwatch. Мне кажется, у всех так. Видимо, нет. Нет, ты играла? Нет. Нет, я иногда поигрывала с друзьями, но обычно все горели, потому что у нас не было фуллстака. И все такие, блин, опять какие-то дауны. А это была я в команде. А, вот, поэтому мы больше не играли в Overwatch. Жестко. Не, просто иногда в рандомах действительно очень страшно попадается, и ты такой, я больше не хочу играть в эту игру. Я не знаю, я вот с тех пор, как я, когда там в 16 или 17 году я купил Overwatch, блядь, и у меня никогда не было команды в принципе, блядь. Не, у меня все игры покупаются, если они что-то типа Overwatch, онлайн-скип, они покупаются именно потому, что... Все такие играют, я такая, а я что? Я, в общем-то, из-за того, что одно место горит, перестал играть и в Dota, и в Counter-Strike, и в Overwatch. Что, да хватит уже, что вы делаете? Блин, когда люди перестают играть в игры из-за горения, а ты не можешь играть в игры, потому что у тебя времени на это нет. Они тоже не умеют создать. Можно просто сказать, а не создаем лобби, пожалуйста, и все. Лейзи. Сегодня лейзи. Да у нас позиция принципиальная вообще. Хорошо. Да блин, реально, могли бы просто сами создать. У нас, по-моему, лобби создавался этими. Тогда. Другими челиками. Или ты про... Не, по-моему, в первом чемпионате вообще эти орги создавали. Если я правильно помню. А если нас на рандоме, что будем делать? Придется признаваться. Какие чёрты, научите нас. Максимально, блядь, отставим позицию, что не мы уже создаем. Мы профессионалы, просто мы принципиальные. Мне кажется, если мы не будем создавать, это уже будет личная победа, так сказать. Мы уже где-то допобедим. Блядь. Я сначала, блин, первое показал, что это, блин, клоун у меня появился. Ура, не мы создаем. Победа, блядь, уже одна победа есть. Все, мы считай, выиграли, можно вливать с этого чемпионата. Надо срочно накидать клоун. Не надо хейтить оппонентов.
Ну нет, это дружеские клоуны. Дружеские? Да потом пойди объясни, что это дружеские, а не кибер. Да не, у нас как-то изначально чат с ними начался на позитиве. Интересно, а они-то признаются, что не умеют это делать? Они такие пу-пу-пу. Да, типа, ребятки, перерыв. Так, Палака опять победили. Блин. Чёрт. Ну, это вообще неудивительно. Они просто так шпёхли. Но зато, если они всех так уделывают, то есть шанс... Так обидно. Нет, мне вот, допустим, уже не обидно. Есть шанс, что тогда остальные послабже играют, получается, и у нас есть хоть какие-то шансы. Это дело не в нас, а в них, вот. Да, они просто супер, это, мега. Там одна игра 100 тысяч часов уже. Это ж надо было догадаться, там, стенку поставить, отрезать нас там. Ой, сделать, нет, все сделать. Нет, это нормально, она привычная. Ее вот как раз-таки в первом турнире тоже постоянно использовали. Только я не знаю, как это контрится. Мэй? Все багетики накидывают. Так, ну, Мэй, а чем ее можно вообще контрить? Может, они тоже возьмут? Кто ее хорошо убивает? Ну вот, в прошлой катке единственный мой килл был как раз таки Мэй. Но я в нее ульту выдал. У нее хп не так много, но вот надо ей прописать. Ее хорошо убивает крыс, он хорошо подкидывает под нее и ловушку, даже если она ушла со стульку. Угу. Так, ну крысам я, например, вообще не играл, да, и мне хотелось бы и начинать. Ну да, тогда не стоит. Снайпера ее хорошо убивают, потому что она, в принципе, такой герой больше ближних средних дистанций. Она может, конечно, откидываться сосульками, но там надо уметь за нее стрелять этими сосульками. Ну, на дальних дистанциях сосульками не очень удобно. Вот. Да, они достаточно медленные, они типа еще какая-то секунда зарядки идет у них. Ребята, не... там перечислили, я этим, если что, играть не умею. Че? Нет, то, что вы там перечислили, снайпера, там крыс и так далее. Солдат тоже, он отлично ее выносит, он очень быстро ее выносит, особенно если ты будешь хитовать в голову и давать ракетку, там, блядь, ну, Мэй будет рассыпаться и все. Так вот, мы собрались. По идее, они сейчас должны опять это исключение делать карту. Блин, уже час. Мы еще только одну игру сыграли. А Рома так и не появился, да? Нет. Он написал, что у него нет цвета. So bad. Что, Лен, тебе придется играть. До победы. Они там радужные становятся. А сверху это типа значок орды? Mm-hmm. Да. For the horn. The horn. Так, у них это две команды, считаю, видимо. Они там будут внутри еще друг против. Да-да, конкуренты между собой. Вот это мне нравится. Это у нас появились шансы. А если еще радужные любят альянс, это вообще счастье. Блин, есть? Я знаю, что значок орды есть значок альянса, чтобы мы быстренько поменяли чисто для этой катки. Мне кажется, они будут тебя сразу вкусить после этого. Думаешь? Это типа за орду и батьку трала, да? Кого ебать трала? Я такого не говорил. Там что-то было продумано, да? В смысле, да, банить больше нечего, вы чего? Я тоже не очень понял, блядь. Давай список картам скинем, а то они, может, не знают. А, Азис и Пусан только отключены. Ну, да. Очень здорово, что мы в двух чатах сразу переписываемся. Да.
А еще надо там за гачимуч разборками следить. Блин, ребята, мне вообще-то еще в течение получаса должен стул приехать. Может быть, сейчас стул новый приедет, я на него пересяду, и мы жестко затащим внезапно. Ладно, я хотел пошутить, но не буду шутить. Нет, пошути. А что с предыдущим стулом у тебя? Я не буду! Сгорел? Нет, пошути. Какой это из двух стульев или что? Не, просто даже на чем ты сидишь тогда? А, ну... На старом стуле. А. Ну вот, шутка не прошла. Если должна была быть шутка про бутылку, то нет, не прокатила. Ну как там, типа, пересядь, как там, с иглы на лицо, или как там говорилось, блядь? Как там этот форсили, этот мемчик? Я еще шутки про бутылку знаю, но про лицо нет. Ну там прям там целая реклама была. Что-то там с иглы... С иглы одобрения на лицо, что-то такое было. Да, они говорят, стартуем. Так мы, получается, как будто выбрали башню Линзян, не бани ничего. Они говорят, что там нечего банить. Я не совсем понимаю, что это значит. Я тоже. Ой, я случайно букву Ё отправила. Не обращайте внимания. Только мы увидели, можешь не переживать. Я на всякий случай вам тоже сказала. Убралась автоматически. У меня просто на Ё отключение микрофона. Там автоматом на башню. Мы будем мошнить на них. А давай, если мы проиграем, будем мошнить. Или нет? Чего мошнить? Ну, типа, они говорят, что она выбралась автоматически, погнали. Будем мошнить или нет? Да господи, пусть будет такая, какая разница. В принципе, мы не хотели у Оазиса Оазис, мы не играем, да? Плюс-минус. Ну, все. Будет, осторожно, будет Люсёк. И по-любому, блядь, будет Ариса. Я тоже, в принципе, Арису возьму. Будет Ариса, я ее возьму. К бою. Выберите героя. Если будет Ариса, я возьму Арису. А вы свапнулись, да, с Ромой? Или нет? Да. Я ж вон на брижите. Ну, кстати, вот все равно по регламенту мы нигде не прописываем там ДД или танки. Это мы решаем по ходу только. Да, у нас команда есть и все. Давайте, 5 ДД, погнали! 5 танков надо, блин. Да, жирных. Причем этих кабанов. А, там же нельзя одинаковых брать. Не стесняйтесь просить о помощи. Нет, смотря какой режим. Есть режим, где можно, типа, 5 брать. Ну, кабаны самохилиться умеют, они поэтому в каком-то плане прикольные. Чисто там, на хуках катать людей. Вертеть, ага, по-дотерски. 4, 3, да. 2, 1. Первый раунд. Если они возьмут луска, они очень быстро вперед пройдут. Если стильно не торопись, только, а то прям... Я позовите. Не вижу. Пока что. О, там заряд. У них Мэй. Принцессовский Мэй, там Мэй. Ты куда, ух-то? Я хотел хоть одного выкинуть. Объект активен. Регрупп? Отступить! Подожди, пока не сражается, ты же один там. Хорошо, да не, я так за стеночку. Подтягиваемся потихоньку, да? И опять мы, блин. Там мы убиваем, это уже хорошо. Ну, у них нету такой тактики, как в принципе команды. Герои, восстаньте! Это уже больше похоже на то, во что мы играли обычно. Да. Да. Дима. Не убили. Смотри, зашел. А вы на этот на секунду. Блин. Хорошо, я бегу. Я бегу.
Если как следует... Подождите, подождите, вы опять там вдвоем. Ну, великий ум всегда. Я на Эх, как у вас все плохо. Мне кажется, нам хила не хватает. Блин, нет, нет, мы не можем так проиграть. Можем. Чего? Пока получается даже. Так, двоих убили, пошли, 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 пошли. У меня есть пульта. Блин, давай. Ё-моё. Нет, нет. Дурацкая сосулька. Ульту заморозили, да? Да. А я успел выжить. От смерти не сбежу. Я там буквально пару секунд успела. Не лезь, не лезь туда. Она тебя сожрет. Да. И пусть. И ульта у нас нету, да? Ультов. Тактический визор заряжает. Вернулся. Пять. Не успеем. А, ну ничего страшного, я больше не буду лезть, как так. Извините. Счет. Ноль. Один. Ну, всяко лучше, чем в прошлый раз. Да, мы даже точку захватили на какое-то время. Да сейчас нам проиграть точно нельзя. Инструмент в руке. Ну все, по принципу Нави начинаем играть. Давай. Начинай, Лень. Чего? По какому принципу? Принципу Нави. Сначала все проиграть, потом начать тащить. Захватите объект. Ну все, все, начинаем. Я здесь. Держите ушки на макушке! Мы еще можем победить! Мы еще можем победить, ребят. Угу. Да. И тот же состав. Сильно зарядили зарю, и она нас очень сильно прям. Установлена и готова к бою. Ох, заря прям жжет напалмом. Ребята, я бегу. Если как следует шмякнуть. Что, их убили? Нет. Ты как? Ну. Нет, они просто очень сильно отступили. Идите, идите туда быстрее. Торбьерн в ударе.
Как она быстро сжигает меня? Так, надо что-то поменять. Мы ее просто очень заряжаем сильно. Плюс 7. Плюс 9. И... Эх. Пиздец. Что значит я? Лучший момент матча. А. Бесполезно, трипы. Что ж, ладно. Да ладно, ребят, все нормально. Да, бывает. Мы пытались. Мы можем просто поиграть, если хотите. Мне нужно идти. Так, как? То я пойду, пожалуй, пока. Поиграть можно будет? Ну, попозже. Давай. Да. Сейчас у нас пока что наша судьба уже решилась, правильно я понимаю? А да, там пока все. Мы вылетели. Не, мы просто так все резко замолчали. Да, блять, обидно. Да. Ну, мы старались, как минимум. Если посмотреть, в принципе, как играли, опять же, вот этот вот Макри, который только что был в лучшем моменте матча, видно, что он не просто, типа, играет. Он когда-то очень странно ходил, если вы не заметили. Да, ну, бывает. Да, пока все. Мы так отлетели. Что, еще хватит поиграть? Или мы расходимся? Я не против поиграть. Так что все на сегодня. Похоже, спасибо, что залетели посмотреть. Получилось, конечно, не очень великолепно. Ну, хотите, можем потом просто списаться вместе еще поиграть. Вечерочком, да, можно будет. Ок. Не грустите, эти в телеке, все хорошо. Не расстраивайся. Да, лучше эти в телеке в этом турнире. Да, все верно. Возьмем в следующий раз тогда кубок. Да, в любом случае, спасибо за игру. И будем перекачаны эти в телеке. В телеще. Ну, кто-то должен же был спойлером отыграть. Это были мы. Ну, типа, если бы мы хоть чуть-чуть играли, то отыграли. Да, там, а то, это, из нас, Overwatch, в последнее время это поиграл вообще. Так что, что тут такого-то? Что ж, я побежал. Спасибо за игру. Рома, ты вроде зайти, да, сегодня хотел? Да. Я пока пошел, да, напишу тебе, когда вернусь. Ну, пиши, да, когда будешь, что там. Можешь в телеге написать. Угу. Хорошо. Не расстраивайтесь, мы все равно лучше всех. Да кто расстраивается? Мы знаем, что мы лучше. Да. Да. Да, если что, вечером спишемся. Всем хорошего дня. Да, всем хорошего дня. Спасибо за игру. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо за то, что заглянули в стрим. Я и правда побежал вечером. Не знаю, может быть, спидраны по спидраним. В общем-то, не знаю, пока. Смотря в каком состоянии буду. Пока побежал.